Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы сейчас посмотрим с вами на игру под названием Islanders. И это очень приятный графон, очень приятная менюшка даже, я вам покажу сейчас ее, как она выглядит по-всякому. Очень приятненько, очень замечательненько. Так, и давайте посмотрим на игрушку, это первое включение, первый взгляд на игру, так что тут у нас рекорд какой-то ноль, мировой рейтинг, непонятно что... Наверное, в онлайне или что? Привет! Двигай камеру с помощью нажми. Так, хорошо. И это камера у нас. Камеру также можно подвинуть, перетаскивая левую кнопку мыши. Ага. Куда угодно. Понятно. Блестяще. Теперь давай попробуем повернуть камеру с помощью клавиш Q и E. Ну, это типично. Хорошо, поверни камеру правой кнопкой мыши. Точно так же. Очень удобно, кстати. Очки. 0 из 20. 20 очков нужно набрать, да? Выбери. Лесохозяйственный комплект. Или фермерский комплект. Лесохозяйственный давай возьмем. Лесопилка дает бонус, когда рядом есть дровосек. 7. Склад. 6, обелиск 4. Теряет очки, когда рядом есть лесопилка минус 12. Что? Дровосек. Дает бонус, когда рядом есть лесопилка. Это лесопилка. Значит, берем дровосека и фигачим его как-то типа... Вот тут за камешком его спрячем. Как набрать очки? Большая цифра над твоим зданием... Показывает, сколько очков ты потеряешь, если разместишь его здесь. Маленькие цифры подсказывают, что влияет на этот результат. Смотри-ка, одного поставил минус 6, плюс... А, то есть чем больше желтеньких цифрок, тем больше результат. Ха, хорошо. Ну, давай поставим лесопилку вот так. 14. И еще одного дровосека куда-то 4. 4 за какую-то башню. Двадцать семь очков. Открой новый уровень. Когда ты достигаешь цели, заполняя эту шкалу, ты получаешь новое здание. Игра закончится, как только у тебя закончится здание. Ага. А приблизить камеру... А, вот это все нужно следующий остров. Заполни шкалу очками, чтобы открыть новый остров. Хм. Это довольно-таки забавно. И если честно, друзья, я хочу сразу признаться в том, что я бы с удовольствием на каких-то планшетных устройствах в эту игрушку играл. Серьезно. Так, теперь нам нужно выбрать очередной пивоваренный комплект или фермерский комплект. Содержит пивоварни и поле хмеля. Слушай, ну я здесь не помещусь с пивоварней, нет? Я просто не знаю, насколько она большая. Фермерский содержит мельницы и поле. Давайте фермерский на этот раз возьмем. Угу. Поле дает бонус, когда рядом есть мельница, обелиск, платформа, райский курорт и поле. Можно повернуть. Так, поле, допустим, куда-то вот. А можно? Нет. На камень просто нельзя. Главное, чтобы была трава. Окей. Попробуем влепить, наверное, как-то вот так. А следующий влепим как-то вот так. Этот влепим еще вот так. И вот так. А теперь нам нужно посмотреть, что нам даст мельница, если мы поставим ее прям возле. Как-то, типа, не знаю. Еще одно поле тут сюда, наверное, влеплю. Да вот так. 79. Замечательно. И еще одно поле можно влепить куда-то вот сюда. По типу, вот так.
Хорошо, выбери. Городской комплект и пивоваренный комплект. Городской центр, дом и особняк. Давайте город будем сразу строить, чтобы... Ох, ё. Еще одно поле. Ну, давай еще одно влепим куда-то вот так. Насколько я понимаю, друзья, здесь нужно экономить место. То есть лепить как можно больше и как можно плотнее все ко всему. Особняк дает бонус, когда рядом есть городской центр, шаман, платформа, высокая платформа, обелиск, фонтан, парк, рынок, башня, храм, ювелирный магазин, особняк. Теряет очки, когда рядом есть цирк, минус 3 и стена, минус 3. Не, подожди, пока мы особняком, наверное, не будем баловаться. Мы сейчас с вами посмотрим на городской центр. Рыбное хозяйство. Городской центр. Обелиск. Да вот так влепим, да и все. Короче. Дом. Дом сюда. И дом сюда. Чудно. И теперь особняк. Особняк бонус дает только тогда, когда... Тихо. Вот так поставим. Ага, еще один городской центр. Но рядом есть еще один городской центр. Это даст нам минус 40, минус 18. А 15 где-то здесь, смотри-ка. А, я поверну сейчас камеру. Мы посмотрим, что у нас тут с этой стороны получится с вами. Вот так получится. Пивоварный шаман. Шаман дает минус городу, поэтому пивоваренный давайте возьмем. И поставим вот эту штуку. Как-то вот так. Это как-то вот так. Чудненько. Дровосек. Зачем нам дровосек? Еще один. Плюс 5, минус 6. Нет, не надо нам дровосека нового. Нам нужны домишки. Домишка раз. Домишка два. Куда-нибудь лепи, короче, и все получится. Классная игрушка. Шаман. Теряет очки, когда рядом есть каменщик, городской центр и шаман еще один. Рыбное хозяйство. А рыбное хозяйство дает бонус, когда рядом городской центр, склад, обелиск, хижина. Погоди, это рыбное хозяйство нужно поставить, наверное, где-то... Тут не могу, да? А, то есть ты хочешь сказать, что только на реке я могу его поставить. Плюс 21. Хорошо. Новый остров. У тебя теперь достаточно очков, чтобы нажать «Открыть ниже». Интересно, что будет, если ее нажать. Вот эту штуку нажать. Не знаю, я хочу продолжить. Что-то меня поперло. Городской центр у нас два, не катит. Дровосек тоже не нужен. Дома еще дополнительно можно поставить куда-то? По-моему, да. Вот, смотри, 9, 8. Бэмц. И особняк еще один. Куда-то влепить. Даже можно не один, а сразу три.
Или рыбное хозяйство вот здесь где-то. Главное, чтобы красные циферки не появлялись. Вот это будет просто победа. О, смотри-ка, замечательно. Что, пойдем на другой остров? Фонтан. А можно отменить? Ну ладно, пускай будет фонтан. Сейчас пойдем на другой остров. Я просто хочу разобраться. 7, 2, 2, 3, 1, 3, 2. 11. 7, 3. 2, 3. 2, 5. И таким образом, друзья, можно продолжать. Вполне себе неплохо. Начать экспедицию ты продолжишь на новом таинственном острове. Ты не сможешь вернуться к текущему острову, но твой результат сохранится. Поехали. Давай мне какой-то прям вообще там, какую-то козюлечку. По типу Великобритании. Чего-то такого. Зелененькое все. Вот эта штука обелиск. Да. Эта штука у нас что? Пока неизвестно что. Нужно выяснить. Лес хозяйственный, дровосек и лесопилка. Лесохозяйственный. Я. Давай ставим сюда. И вот сюда. Смотри сколько. Ух, класс. 13. Бэмц. А лесопилка у нас буквально одна. Дровосека 2. Но она, по идее, должна появляться потом. Поэтому почему бы ее не, влепить куда-то вот влемплемплить куда-то вот сюда. Пивоваренный каменщик. Если рядом есть каменщик и шаман. Давайте каменщика. Наверное, каменщика мы вот сюда куда-то поставим, потому что здесь какая-то вроде как похожа на руду. Каменщик один есть. А, еще одна лесопилка, смотри, появилась. Чудно. Еще куда-то каменщика. Вот так. И вот сюда. Ну, логично, правильно? Правильно. Дровосек очередной. Рядом с обелиском. Тут ему вообще беспонтово находиться. А вот здесь вполне себе может. Городской, пивоваренный. Пивоваренный комплекс. Где-то, наверное, будет у нас с вами вот здесь. И пивоваренку сразу. Фигакнем. Чудно. Что такое? Лесопилка. Лесопилку можно влепить еще вот сюда. Замечательно. И каменщик. Снова два каменщика. Тут идет минус, минус. Можно сюда его влепить? Смотри. Даже сюда на островочек можно влепить каменщика. Замечательно. Смотри. Оп. Офигеть. Не встать. Сюда ты влезешь? Да, почему бы и нет. Городской фермерский теперь нам нужен. Было 13. Огородики. Огородики, уродики. Это огородики. Огородик сюда. Огородик сюда. Огородик вот сюда. Сюда уже не влезет, да?
падла. 7-9. И мельницу. Чудно. Потихонечку, полигонечку, мы с вами, если есть рядом каменщик, городской центр и шаман. Давайте, наверное, городским комплексом для начала займемся. А чтобы потом было логичнее размещать в каких-то других местах что-то еще. Городской центр. Вот это будет у нас центр. Тут у нас будет дом. И будет еще один дом. И будет еще один... Где-то здесь. Вот, да. Смотри-ка. 11 очков. С ума сойти. Четверочки буквально не хватило для полной картины мира. Но это да ничего. Особняк. Да лепим. Чего уж там. Вот так. Хе-хе-хе. Шаманчик. Шаманчик. Шаманик. Маник, паник. Два города есть. Есть домишки. Домишка. Как-то... Вот я бы вот так, наверное, влепил. И еще один вот как-то здесь. Чудно. Теперь шаман. Каменщик минус, городской центр минус. И второй шаман тоже минус. Значит, мы шамана лепим... Где? А, для шамана нужна травочка, муравочка. Пускай здесь собирает травочку. И тут, наверное, тоже можно, да? Блин, если бы я знал, что шаман будет травку собирать. Вот так пускай. Чудно. А рыбное хозяйство. Ставим его... здесь. Еще одну пивоваренную фиговину. Куда-то вот сюда. Особнячок очередной. Куда-то бы тебя влепить, особнячок. Не помещается у нас особнячок никуда вообще. На склоне горы даже не лезет. Засранец такой. Не хочет. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. А домик влезет? Домик влезь, пожалуйста, вот здесь. Нет? Никак? Совсем вообще. И ты хочешь сказать, что мне придется, наверное, ждать очередного городского центра, да? Чтобы его перенести куда-то, типа, вот сюда. И тогда уже... Почему нет? Особнячок сюда. Хорошо. И очередной шаман. Вот тут будет. Игра окончена. А, то есть я не добрал 700, сколько там, 60 должно было быть, да? И вот это лучший результат пока что. Ранг 3676. Новая игра. Давайте-ка посмотрим, с чего новая игра начнется. Ага. Немного по-другому все. И это забавно. На самом деле. Друзья. Но, если честно, я бы не стал, конечно, на компьютере вот сидеть и играть в нее. Хотя,
Если вы сидите на работе, на которой вам хорошо платят, и вы ни хрена не делаете, то, в принципе, можно сидеть и играть на рабочем месте своем, да? А если вы в пути или где-то еще, то, конечно, лучше для каких-то планшетных устройств или мобильных устройств. Вообще, залипушная игрушка, я бы тоже продолжил, и мне интересно, вот на какой бы я остров попал, и что бы новенькое там понаоткрывалось бы. И, скорее всего, что игрушка будет дальше развиваться, и вы уже будете строить всякие там фабрики, заводы, порты, морские, допустим, да? Там что-то еще, какие-то торговые пути, наверное, будут. Это довольно прикольно и замечательно. Вот такая игрушка. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. А пока-пока.